Рече Господь своїм учеником, вся мне предана суть Отцем моїм, и никто же знает Сына, токмо Отец, ни Отца, кто знает, токмо Сын, и Ему жаще воли Сын открыти. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и вас упокою вы, возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердце, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко есть.